Я получала к пенсии набор социальных услуг. Хочу от него отказаться в этом году. Подскажите, пожалуйста, до какого срока это нужно сделать? Надо сказать, что вопрос очень своевременный. Дело в том, что Управление пенсионного фонда 30 сентября текущего года заканчивает принимать заявления об отказе от социальных услуг на будущий год. Поэтому те льготники, которые по каким-либо причинам хотят свои желания изменить, то есть ранее получали льготы в натуральном виде, сейчас они хотят получать их в денежном выражении, либо наоборот, ранее отказались от предоставления льгот и получали компенсацию, а сейчас решили себе вернуть в силу жизненных обстоятельств ту или иную услугу, они должны к нам прийти и написать заявление, соответствующее до 30 сентября текущего года. Я напомню, что набор социальных услуг состоит сегодня из трех составляющих равнозначных. Это лекарственное обеспечение, это путевка на санаторно-курортное лечение и транспортная услуга, которая предусматривает проезд на электропоезде пригородного сообщения и проезд до места лечения обратно на междугородном транспорте при наличии путевки. Так вот, данный набор социальных услуг по желанию льготника, повторяю еще раз, может предоставляться в натуральном виде, либо может предоставляться ежемесячно в виде компенсации денежной. И те льготники, которые по каким-либо причинам еще свои желания не выразили, а хотят при этом отказаться, мы их ждем в управлении 30 сентября текущего года. Это будет последний день приема такого заявления. Сегодня набор социальных услуг оценивается в денежном выражении в размере 839 рублей 30, 65 копеек. При этом лекарственная составляющая состоит из 646 рублей 71 копейки, санаторно-курортное лечение оценивается в 100 рублей 5 копеек и транспортная услуга оценивается в 92 рубля 89 копеек.